все, полетели на заднем приводе. Попала в раздатку первый раз вода грузовую. Привод спидометра никто не заглушил. Ого, хорошо тут. Ну давайте. Вот вам и оффроуд. Сразу. Вторая. Хорошо, когда большие колеса, можно и на заднем покататься. Так, ну вот болотца. Крис, кстати, ни разу не застрял в Карпатах за 4 дня оффроуда. Ну, четвертый день не знаю, но думаю, тоже так. Так, Леня встрял уже. Красиво. Две блокировки решают стопроцентные. Получается, справа самое жесткое место. А не, Леня не застрял. Просто видно, не включил полный, наверное. Макс по лайту. Да, патрол едет. Это Pajero 2, так он изменен в тюнинге таком, что сразу не узнаешь. По идее, как они легко проезжают, я и на задке должен проехать. Ну, сейчас попробуем. Так. Крис берет пожестче траекторию. Но это ему не помогает застрять. Никак не помогает. Так. УАЗ. Ну, красавчик. Вообще, вообще молодец. Леха лучший. Так. Ну и... Звезда Карпат. Едет. Ну вот, еще одна звезда Карпат. Гляньте, что творит. Вдоль решил пойти. Ну все, тут уже. Так, теперь Леня вдоль. Фураннер против патруля. Не доехал. Что, давайте я попробую. Бы по лайту. Нормально дрифтит. Ну, вот я на другой стороне уже. Хорошо валит. Да, Крис приплыл. Попробуем рядом с Крисом. Что тут происходит, непонятно.
На заднем приводе, напоминаю. Да, по ненакопанному легче. Едет машина. Такое под ногами. Грязь Карпат еще на кроссовках, кстати, с первого дня. Бородач глумится, вынимает без пилота. Бородач это любит. Думаю, уже может на следующий год все поедем в Карпаты. Из-за Лупазик. И Газик. И Унимох. Вот так вот, смотрите. Красиво. Патрул продолжает ехать. Ехать сам. Крис идет рядом, никого там нету. Смотрите. Пилота нет, трос есть. Так, тут Макс пытается показать чудеса проходимости. Ему это удается. Ему это удается. Банда здесь. Где-то с Карпат, наверное, больше 2000 фотографий у меня. Наверное, ближе к 3 все-таки. Говорит, на кордоне. Да где ж ты там застрянешь? Там же горы. Лёня говорит, я и на кордоне так не застревал. Надо нормальную заднеприводную машину. Видишь, как на заднем приводе едет? Так, что-то там бородач дает сигналы. Тут борьба, кто спасать будет. Так, бородач пытается глумиться. Хотела эту машину вынять без пилота. Руль, в руль. Руль не надо крутить. Газ-69. Следующее болото, сейчас поедем туда. Тут главное дойти теперь до машины. Опа! Опа! Что-то не очень едет. Пока ехал, постоял. Постоял и все. Сейчас хабы включат и мы выедем. Я думаю, раздатки хватит. Сейчас попробую. Работает? Не, один мало. Там он, Луаз, вдалеке.
штурмует болото подсохшее. Кардан крутится, говорит. Не работает, значит, что-то или с мостом получается. Ну, с раздаткой вообще сложно поверить в это. Крис пытается меня вытащить. Приехал спаситель. Патрул, конечно, себя в Карпатах показал нереально просто. Не зря там все на патрулях местные. И не совсем местные, но я имею в виду, кто с Западной Украины. Уж и так сделали, что крюк сейчас Крис будет думать, как зацепить. Давай. Нет. Нет? Ну тогда вставай. С шаклом все могут прицепить. Я могу без шакла. Вот, ну опасно так. Давай с шаклом. Хочет без шакла. На. А ты выйди из машины, не хочешь, а? Не, я не могу. Какой-то шакал мне подарили, смотри какой. Эксклюзивный. Как мне его раскрутить? То твои вопросы. Как мне его раскрутить? Раскручивай. Пролазит? Нет. Блин, что ж такое? Крис пытается применить это. Шедевр изобретения. Что там? Да не, ну шакал одень. Ты сломаешь сейчас все. На холостых я ноги убрал. Говорит, иди посмотри технологию. Ну да, на кардан. Ох ты, блин. Нет. Круто. Крис, блин, ты же согнешь палец, блин, новый. Видите, вот так он меня вытаскивает. Ну вот и болото. Хорошие места. Да, достали.